Фарид Ишмухаметов. Также является гражданским активистом, живет в городе Семей, поселок Восточный. Жители восточного поселка называют его своим местным акимом. Благодаря ему в том населенном районе, где он живет, провели свет, провели воду. И все жители гордятся его гражданской позицией. Очень активный человек, участвовал в мирном митинге 5 января. Тоже человек, который останавливал беспорядки, препятствовал мародерам ломать, поджигать, но в данный момент обвиняется в захвате здания акимата и участии в массовых беспорядках. Он живет с пожилой матерью, которой уже почти 90 лет. Мать тоже не может его защищать, не может ходить, не может сама за собой ухаживать. Семья его – это мать, и он сам в очень тяжелом состоянии. Мать сейчас сильно болеет, сильно переживает за своего сына. Прошу немедленно оправдать, освободить Фарида. Не дай бог, его мама скончается, пока он там в СИЗО находится.